сразу стало ясно. Цари и те часто плачут, и личная жизнь у них небезопасна и отнюдь непроста. Успели? Успели или еще раз? Следующее предложение. А для того, чтобы придать повествованию занимательности, Софокл решил привлечь актеров, которые смогли бы сыграть его произведение. Так появился театр. Записываем предложение по частям. А для того, чтобы придать повествованию занимательности,